Потом. Но мне prefiero видео. So, Хосе нам рассказал, что вот это вот декорации из фильма «Con quién?» «Con Mel Gibson». ¿Qué llama de película? Mel Gibson, «Апокалипто», и Шейн Коннери, «El curandero de la selva». Ага, здесь снимались два самых известных фильма. Один «Апокалипсис», а второй «Целитель из сельвы». Вот, и Хосе нам показал, что это декорации, которые от них остались. Я не знаю, это как бы... И вот это вот все они тоже здесь хранят. Короче, это все было в декорациях фильма. Этот самый «Целитель из сельвы», первый фильм — это Мел Гибсон. ¿Quién es actor la segunda? Шон Коннери? Шон Коннери, вот, короче, с этим совсем снимался. Вот, ну, гораздо выгоднее это снять здесь, потому что это действительно сельва, похоже очень на сельву, а не лететь в Амазонку.